я хочу забраться куда-нибудь в десятку, чтобы получить алюминий. А в алюминии может быть суперская машина. Накачать хотя не умею. А вообще я еще иду в алюминий, чтобы взять денег и золото. Вообще на первом месте, посмотрим, на него вообще возможно забраться. Ну, так себе возможно. Не очень, но можно. Смотрим сразу соперников. Я так сначала глазам посмотрю. Вот это, мне кажется, лучше. Лотус. Победа. Ралликро. Победа. Тут ничья. Вилистая. И ралликрос. Ну, не факт. Ну, может. Должен, кстати, победить я. Ралликрос. Это второй, я тут победил, потому что у меня полный привод. Тут, конечно же, это ничья. Тут победа. А вот тут, кстати, самое интересное. Не знаю, у меня же просто управляемость лучше. Чего она не победит? В 16 уровень победил, 20 уровень. Не верю. 20 место. Не знаю, может еще поиграем. У меня же этот лоцус уже на максимум улучшен. Миллиард. А, нет. Так, городские едут обе машины. Миля. Вот так. Вот так. Снова вот так. Городские. Тут будет проигрыш, а тут на миле победа. Тут, кстати, эта машина, в принципе, одинаковая. Я не знаю, кто тут победит. Неужели? Почему я победил? Давайте посмотрим. Лучше ускорение на старте. А, на старте. В смысле? Это просто машина, наверное, очень быстрая. Тут проигрыш, может, даже в очки. А тут проблемка. Хотя... Давай. Блин. Ладно, фиг с ним, это всего лишь туда. Тут особо никакой большой награды нет. Керамика, 100 золота. А тут... Что? Керамика. Смотрите. Через 4 часа будет оффроуд челлендж. Надо готовиться. Будем сегодня готовиться к оффроуду. Я
обязательно буду снимать видео, когда будет оффроуд. А шо? У меня уже все готово для оффроуда. Сейчас покажу. Вот мой оффроуд.